Да, туалета. И сегодня мы смотрим стрим Стёпки. Свинки Пеппы! Ну, свинки Пеппы. Вот это вот, барабашки. Всем привет, меня зовут Свинка Пеппа. И сегодня будем снимать, как мы лежим, как мы сидим на камере. О, пойдёт. Сейчас, подожди, я улетел. О, господи, как у меня мало хп. Ой, я вижу. Здравствуйте. Стримера. Я увидел стримера. Ага. Я больше не хочу. Да. Хочу увидеть стримера, но только на стриме. Опа. Вот он. Мистер Пеппа. О, господи! Ой, господи, упал. Исчез. Что означает стрим в Чикенгане? Стас, оцените мой паркур от одного до... Твой паркур никто не видел. Правя, я упал! Нет, блин, помер. И помер, что ли? Всем привет. Сегодня по новостям свинка Пеппа превратилась в лунтика. А ты чё в... А ты чё в дом не заходишь? Мистер Убийц. Всё, ты реально чё в дом не заходишь-то? Смотри на дом. Ой, камера чуть поехала. Всё, мы зашли в дом. Вот, смотрите. Вам все видно? Да, идеально. Я вижу. Сегодня мы будем позвать свинку Пеппу. Свинка Пеппа, свинка Пеппа, свинка Пеппа, свинка Пеппа, свинка Пеппа. Свинка Пеппа. А, свинка Пеппа! Да что ты там призвал эту свинку Пеппу? Вот, стоит, блин, вонючая часть. Не видно. Чего не видно-то? Свинку Пеппу не видно, тебя не видно. Плохой... Я же есть свинка Пеппа. И тебя плохой стример. А! И меня самый я свинку Пеппу видел. Да она в середине дома. Ты не ту камеру взял. Как меня убили? Ты скрытую камеру взял. Твоя камера прям посередине комнаты левитирует. Блин, тебе же здесь так скрытую камеру поправлять. Что там еще? И вторая свинка Пеппа. О, господи. Хищника убили. Какого? Ну, то есть, того челика... Так. Где? Где моя камера? О, а, вот. Всё, стрим закончен. Нет, не закончен он ещё. А! Мистер Бит пошёл. Знакомьтесь, это новый мистер Бит. Ты что, камеру сломал уже? Нет, я камеру не знаю. А где она?
Сейчас посмотрю, ты ее сломал или нет. Блин, мне найти вообще портал, а вот он. А ты ее не сломал. Я даже понимаю, где она. Где? Ты ее зачем вообще на улицу вышвырнул? Ну да, вот она камера. Ты что сделал? Мы теперь эту камеру навсегда потеряли. Потому что она под землю провалилась. Реально, она провалилась. Ну, сейчас подожди. Ой, я могу показать, постоял на другой камере. Сейчас я тебе карту, это как, ой, как карту. Я сейчас тебе камеру новую скину. Так, ты где там, Дебра? Я в туман ее скину, короче. Вот, чуть. Мне камера, я хочу. Все, стрим смотрим твой. Перевернуть камеру! Перевернутый стрим, имба! Давай помогу тебе. Давай помогу перевернуть камеру. Давайте я вам еще покажу новый простой. Давайте. Что давайте? Давайте я вам покажу новый простой на другой карте. Вы что, свинкопепка, вонючая камера, врубай. Ой, я ее перевернула, ура. Давайте продолжаем стрим. Я ее не перевернул. Ты куда, Юль? В подвал просто. Давай посмотрим. Короче, ты ее попытайся перевернуть как-то, а я буду смотреть, ты ее перевернешь или нет. А почему все серое? Ты посмотри просто на мой экран. Не знаю. И на скрытых камерах тебя не видно. А, боже мой, камера! Исчезла. Исчезла? Почему? Короче, вот тебе челлендж, найди камеру. Новую камеру. Я иду. Ну, 10 секунд осталось. Нет. Давай покажу тебе новую камеру. А, вот она. Я иду. Иди. Спокойно себе иди. Алло. Ай, какой. Ну давайте я бы Майану покажу один постоянный аккаунт. Ну давай сначала сейчас стрим и доведи уже до конца. Все, стрим закончен. Пока, до свидания. Ну, окей. Пока. Сейчас буду создавать новый сервер. Так, короче, вот мы перешли. Пришлось в дуэль заходить. Если это очередной противник, вытянешь, посмотри на меня. Так, это где? Если очередной противник, вот в этой белой штуке. Какой белый? Вы знаете, как делать? Вот это. Ага. А то я не могу пробить. Но ты, я не могу пойти. Не можешь? Да, это наш ваш спам. Идем ко мне. Uh-huh. Вот, снимай вот здесь вот. Uh-huh. Мы встаем вот сюда вот. И вот так вот делаем. Ага, гранат реально туда прокидывается. Вот, вы видите. Так, вы ничего, знаете, как это сделать? Вот, смотрите. Нет. Вы сейчас увидите смотрите. Ага, стой, я покажу. Вот, реально. А можно еще выяснить, где противник? Как? Вот, проходите к стенке, вот так вот смотрите. Видите, что противник, допустим, на той полке стоит. И просто стреляйте в него гранатами, поняли? Угу, вот так вот. Это полезно. Это полезно? Угу. Полезное постоянно. Че, будешь стрим дальше делать? Только уже на этой карте. О, давай. Да, вот вам один постоял, который некоторые, многие не знали. Но я сам офигел. Вот, допустим, это вам помогает, если пойти. Так,
Да, боже мой. Поставляй пол. Это обязательно было. Где? Вот, попробуй меня. Ты где? Я у себя на лампе. Да, я потерялся тут немножко. Я ж плохо эту карту знаю. За мной надо было идти. За этим остановился и покажу это. На мосте остановись. О, тут белое. На мосте остановись, Миш. Ага. На мосте. Да не надо сюда на потратить. А я уже потратил. Умирай тогда, идем. Или я уже. А, нет. Да, тут до этих раундов вообще пофиг. Это помогает, если противник вот здесь вот сидит. Где сидит? Вот, видишь. А, сейчас подсниму тебя. Встань к себе на базу. Да я уже к тебе пришел. Видишь, Натай, мой экран. Я уже к тебе допустим, пришел. Допустим, противник вот так вот сидит и просто стреляет вас. И не хочет уходить отсюда. Это полетительская. Вот. Противник вас... И попробуй меня убить. Ты тогда не стой, тогда стой на месте, окей? Не надо, да? Гранаты мне надо. А у меня кончились. Я в какой-то раз попал? Нет. Если бы ты в меня попал, то... Он не хочет расстреливать. А я в тебя попал? Нет. На ты имеешь. Возьми калаш, возьми калаш. Какой, золотой? Золотой, да. Вот. И постреливай мне. Вот если я вот сюда вот встану. Нет, это постреливай, походу, не работает. Нет, ты сначала выясни, возьми инфу, где я. Ну, вон ты сидишь. Да. И целься. И что, пули... Подожди, подожди. Пули отскакивают просто. Вот так вот. Пули просто отскакивают. А, ну да. Значит, это только гранат работает. Кстати. А мои пули не отскакивают? А! Я сейчас сюда не иду. Лети туда, два коктейля молотого кинул. Спасибо. Все, давай, идем ко мне. Вот я тут стою. Тут это где? Вот. Я на, у себя на базе вот здесь вот стою. Допустим, ваш соперник вот здесь вот вас выцеливает. Вот смотри. Угу. И это помогает. Это, кстати, тебе тоже. Сейчас, подожди, если мне надо вообще к нему прийти. Смотри, где я. Возьми, на всякий случай, миниган. Возьми миниган. А покинь миниган, он будет простреливать. О, давай посмотрим, простреливает или нет. Возьми инфу, где? Возьми инфу, где? Мне тебя не видно здесь. А, вон ты, бегает. Жопа! Жопа! Просто жопа! Это полнейшая жопа. Свиная жопа! Лови. Ты что сделал? Да? Чтобы у нас раундов было одинаково. Короче, а получше, знаешь, где я постоянно засиживаю? Вот на вот этих вот бесячих ящиках. Я не знаю, как они сюда запрыгивают. Каких еще ящиков? Ну вот этих. Так, сейчас подождите, мне надо к нему. Я не знаю, как они туда запрыгивают. Нет. О, запрыгну. И попробуй меня гранатами. Именно через вот эту хрень. Ага. Ты зачем в меня смоук кинул? Это не я. А, нет, я. А, ты... Вот! Вот, я его гранатами грохнул. Да-да-да. Вот как это помогает. Видите? Наверное, этот ролик... Таблеточку. Я, наверное, этот ролик, знаешь, вчера клюв таючал. Я, наверное, этот ролик разделю на две части. Первая с твоим стримом, а вторая, это, ну, вот этой, вот с этим вот прострелом. Еще идем ко мне, идем ко мне. На мост иди. Угу. А здесь? Вот, смотри. Допустим, ты хочешь узнать, где... Вдруг... Вот. Ой. Ты что делаешь? Да я нечаянно стрельнул! Специально меня убил. Я нечаянно стрельнул. Идем ко мне на мост.
Я прыгнуть просто хочу. Ой, я это как его. Ты чё? Гадюка. Гадюка. Чёт, чтобы был чёт одинаковый. Вот, смотри, идём ко мне. Да, у тебя есть. Это уже интересно. О, у меня копыта не рубит. Ты где? У меня копыта. А у меня крылья. Смотри, если ваш соперник вдруг вон туда идёт, то можно его нахуй поставить. Если у вас точно не парит, что он там. Вот, коктейль Молотова. Да, там дверь была. Но... Так, давай но попробуй. Попробуй стрельнуть. Да, вот. Вот он. Я сейчас не получу где-то. О, вот. Сейчас. Так, вот. Нет, сейчас так посолся. Подожди. Подожди, выслушай еще. Прикол с таким клювом не очень удобно ходить, потому что можно в клюв просто. И говорит, затащи арту. Ой, я ничего не нажал. Миш, ты можешь затащить арту. Так, сейчас приду. Так, ну я на этом моменте. Всем покедова.